Привет, боец! Я продолжаю свои видеоуроки за здоровый, за трезвый образ жизни, за спорт в жизни каждого человека, за единоборство в жизни каждого человека. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк. В конце этого видеоурока есть бесплатные видеокурсы по тайскому боксу, по самообороне на улице, которые ты можешь получить абсолютно бесплатно, просто кликнув по ним и подписавшись на рассылочку. Поэтому приятного просмотра и удачи в тренировках! Итак, следующий у нас удар, это любимый удар уличников, полубоковой. Мы будем от него делать нырочек, противник бьет, мы делаем нырочек. Пока он теряет равновесие, немножко заваливается, сразу правой ногой дальней наносим удар коленом в корпус, но обязательно его нужно пригрузить. То есть сразу схватить за одежду или за голову руку положить накладку. То есть схватили, на себя вытягиваем, бьем в корпус. Добавляем правый локоть в затылок, это будет очень больно, в затылок такая часть, при хорошем ударе может сразу сознание потерять. То есть добавляем локоть в затылок и еще один удар коленом уже в голову, непосредственно в лицо. Такая отличная контратака, когда наносят удар, такой жесткий боковой, размашистый, обычно проваливается противник. И уж здесь уже ушли, раз. Локтем добавили, не даем ему подняться. И колено в голову уже будет окончательный, хороший такой нокаут. То есть отличная контратака, которую вам надо очень хорошо отработать. Начиная сначала, то, что мы делали раньше, уклон. И дальше эта серия.